И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике настроим, значит, уши персонажу и добавим осла и посмотрим, как бы он смотрелся за место персонажа Фёрста с Дикого Запада, да? Так, единица на нампадде, N-панель, сейчас я включу скринкаскейп, перференции, так, кому надо, смотрим. Так, это скрю. Так, ищем скринкаскей. Вот там. Выставляем, все, он появился. Так, смотрим. Нажимаем. Так, что у нас тут такое? Маловато, да? Size буквы прибавляем. И маркинг, вот это, так, это, где он тут? Mouse size, вот он. Все, нормально. Погнали. Так, выбираем уши. Заходим в Edit Mode. Выбираем одно ухо. L, значит, P, Selection. Для чего я это дело отделяю? Они находятся близко друг к другу. Если я вставлю кости, они могут вертексами... вертикс группами как бы склеится, да? Так, и поэтому я сделаю другим путем. Значит, что? Зайдем в Object Mode, и значит, это ухо. Так, два уха поднимем кверху, переключим Set Origin на геометрию, чтобы к ним прикрепился, значит, Pivot, Move, и поднимем выше, чтобы кости не связались со шляпой, с головой, с другими мешами, да? Так, теперь выбираем одно ухо, отводим в бок, выбираем другое ухо, отводим в бок. Три клетки, три. Ну, в принципе, это можно чуть-чуть поближе. Вот так вот будет нормально. Так, выбираем, значит, рик, заходим в Edit Mode, тройка на нампаде, значит, Е. Вытаскиваем одну косточку, Alt, P, Clear, Parent, и все по прошлым роликам. Ничего тут сложного нет. Если у кого-то есть какие-то вопросы по ригам, то пишите в группу под роликами. Можно по скайпу это дело все посмотреть, обсудить и порешать ваши вопросы. Так, подставляем косточку сюда. Все, чтобы она была в меше, да? Обязательно. И, значит, Е. Вытаскиваем кость. Вот так. Я ее отделю Alt-P Clear Parent и уведу в ухо поглубже. Над косточкой поставлю. Вот в таком виде. Так, тройка на нампаде. И теперь можно по линии сгиба, вот где ухо должно более-менее сгибаться, провести эти косточки. Чем больше будет косточек, тем будет эластичнее, плавнее двигаться ухо. Ctrl-P, Keep Offset. Вяжем, значит, вот эту косточку к этой, к нижней. Это будет теперь базовая, как рут-кость. А это будет просто за ней следовать. Так, теперь что у нас выходит? Нужно все это дело R перекрутить. G повернуть. R довести. И сделать выборку всех костей. И нажать Shift-D, сдублировать и Mira X Global. И перевести на это ухо. Так, заходим теперь куда? Выбираем вот эти косточки, которые типа root кость у нас, да? И вяжем к голове. Через Shift, левая кнопка мыши, Ctrl-P, Keep Offset. Так, тройка на нампаде. Заходим в Object Mode, единица на нампаде, выбираем уши, выбираем Rig, Ctrl-P, White, Automatic Widget, вяжем. Выбираем кости, заходим в Pose Mode, тройка на нампаде, и вот эти косточки нижние нужно опустить в нашу голову, то бишь голову персонажа. Так, чуть-чуть подгадываем, смотрим теперь, где эти косточки должны быть. Так, это должна где-то тут быть. Это должна где-то тут в шапке быть. Семерка на нампаде.
Для этой сцены я хочу их как перекрутить. Для этого все и делалось, чтобы можно было управлять нормально ушами. Так, но видим, да, что у нас R как-то все тут. Вот так как-то тут все у нас неинтересно. Прячем ухи в голову. В принципе, можно оставить вот таким вот образом, но неинтересно. Давайте выберем вот эту косточку, вот эту, и сделаем Ctrl-P. Пардонте, Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Выберем Inverse Kinematic. Зайдем, удалим таргеты и поставим на 1, 2, 3, 4 кости влияния. Так, G. В принципе, нормально, да? Ну, давайте на 5. Тут сделаем то же самое. Сначала эту косточку, потом через Shift эту, Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic, таргеты долой. И опять же ставим на 5 костей. Так, уши настроены. Так, смотрим, что у нас с челюстью. Так, R. Челюсть закрывается, но видите, чуть-чуть вверху ходуном ходит, но ничего, нормально. Как говорится, это нормально. Так. Ну и пропишем А и, чтобы они стояли на этом месте. Так, это вот анимация, значит, базовая. 20 кадров. Смиксама. Персонаж бежит. Представляете, если ему ствол, ремни навешать там, ну, другой получится мультфильм в край. Так, что еще можно сделать? Есть у нас базовый персонаж. Включаем его вид костей. Сохраним файл Save As. Это значит, заяц запада будет называться. Бег. Сохраняем. Так, а теперь удаляем все анимации до базовой. Delete. И сохраняем эту анимацию, значит, файл Save As, как заяц запада на осле. Так, добавляем сюда осла. Файл link. Где у нас тут заяц? Где у нас тут осел? Осел. Коллекция, коллекция. Так, тройка на нампаде. Делаем S. Так, подгадываем размер. Выбираем кости, заходим в Pose Mode. Выбираем нашу площадку, root кость, и поднимаем нашего персонажа. Так, опускаем нашего персонажа G. И понимаем, что как бы осел маловат, да? Зайдем, давайте еще в Object Mode, выберем осла, сделаем S. Вот, пусть он будет поменьше заяц, да? Так будет прикольней. Зайдем опять же в Pose Mode, выберем root кость и поднимем его повыше. Так, это дело есть. Теперь отводим ему ноги. Бэмс. И сразу отводим ему колени. Так, отводим ногу сюда. И опять же отводим колено. Так, тройка на нампаде. Значит, это будет две косточки выбраны. И будет G на расслабухе. Тогда тазовая кость тоже садится на осла, на хребет. Так, есть такое А и прописка. И теперь нужно подсогнуть опять же кости пальцев.
Так, вертим этот палец, тоже подгадываем. И тут вот немножко вот доработаем мизинец. А, и прописка, и то же самое проделаем, значит, с этими пальцами. И вот мизинец тоже подправляем. Бамс. Так, тройка на лампаде. Пишем А и прописка. Так, теперь у нас что получается? У нас получается, что семерка на лампаде G, вот эта рука должна стать, значит, на ремень сюда. Отключить можно, значит, видимость всех костей. Так, G подкорректируем. И эту руку тоже G. Значит, сюда семерка на нампаде делаем R. Перекрутка. Я уже показывал, значит, как делать анимацию вот на этого осла. Но это как бы дубликат того ролика будет. Прикольно будет сейчас увидеть, как он будет ехать. Так, G. Выбираем, значит, тазовую кость и немножко G ее подтягиваем. Значит, тройка на нампаде, делаем полностью загибы. Так, расслабляем ему что? Ключицы обязательно в сторону ремней. Так, потом нужно, видите, будет тут еще подправки сделать. Так, локти тоже чуть-чуть отводим. Угу. Ну, в принципе, что? Многовато он чуть-чуть, конечно, сгорбился. Так, расслабляем ему тройка на нампаде R ноги. G уводим их вперед. А, И прописка. И, значит, так. Первый, так, это будет 30-й, тоже будет первый. Shift D. Ставим 32 кадра. Тогда это будет G 32. На 15, значит, что он делает? Угу. Ну, давайте просто выберем тазовую кость и, ну, типа, что он делает? Да приподнимается. И руки тоже у него как бы должны двигаться, да? Раз. А, и прописка. Тогда здесь у него опуск. Ноги тогда у него G. Перекручивается G, уводится. Колени отводятся. А, и прописка, да?
когда эти ноги будут на 20 G, с 10 уберем их, чтобы помягче они мотылялись. Во. Так, теперь нужно разобраться вот с этой вибрацией, да? Так, а ну-ка, delete 15 и 20. Так, что у нас тут? Так, это значит G. Подъем будет где-то на 20, да? Ну да. Ну и немножко добавим мотыляние, значит, вот этого позвоночника. Добавим мотыляние руки. Так, пардонте. Английская А. 10-15. 10-15. 10-15. Так, руки. Тоже 10-15, да? Ставим на 20-м. Это убираем. И значит G приподнимаем. Так, на первом что у нас получается? На первом недостаточно колени отведены, и они начинают на следующем кадре ломаться. Так, выбираем только колени, делаем Shift D, перекрутка на последний кадр. Ставим 30 кадров, оставляем один для смягчения. Что-то тут выкрутка идет какая-то. Так, если вот эти удалить, пусть так мягко мотыляется просто, да? Вот здесь он, наверное, больше должен как бы приподняться. И ноги должны больше как бы кверху подойти. Вот здесь вот это дело, да? Нормально. Так, по-простенькому, да? Ну и давайте уши им теперь положим. Так, G. Как бы сюда, наверное. И G сюда. Угу. Выбираем тогда вот это все дело. Опа, Ctrl-Z. Прописываем и G. На последний Shift D, на первый переводим и значит выбираем уши. Так, все уши выберем и удалим ушам полностью анимации, которые я прописывал Alt-G для всех костей. Вот эти кадры нам не понадобятся. Тогда на 20-м, где он вверх поднимается, нужно чуть-чуть создать движение G ушей так кверху. А, и прописка, все. Тогда так будет неинтересно. Нужно, чтобы на первом кадре, так, одно ухо, вот именно одно ухо было вот тут,
А другое чуть-чуть с запозданием, да? Ну так, чуть поменьше. А, и. И тогда Shift-D на последний, на замыкающий кадр, да, на переходной. Так, вот большая амплитуда. Большая амплитуда — это хорошо, но слишком большая качка, он так не едет. Так, давайте вот так сделаем. Так, и вот это тоже положим как бы на плечо, да? А, и прописка. И чтобы это все не потерялось, мы их сейчас опять. Вот неудобно, да, когда вот так выбирать каждую косточку, особенно когда их много. И тогда вот это все G переведем на 18. Английское А. Удалим 18 для всех, потому что я ошибся, на 20 не поставил. Ну вот. Так, и вот, наверное, нужно заняться одной рукой. Так, это значит, рука будет G где-то тут держать повод. Shift-D на последний дубликат. И на 20-м не допустим его сбоя. Поправим. Так, значит, здесь что у нас получается с этой рукой? Она тоже должна двигаться. Она будет двигаться у нас сначала. На месте, а потом, значит, вот здесь она будет уходить G на себя вот так. Так, а если на 20-м его просто увести в бок? Так, а ну-ка. Английская А, выбираем все. Кости и G, по-моему, тут 30 кадров у осла. Да. Так, а ну-ка, если 29 поставить. Где-то так, да. Так, ну так бы выглядел, значит, персонаж заяц. А ну-ка, зайдем в Object Mode и попробуем вот эту куртофану перевязать. Так, это на другой кадр, да? А, Alt-G, Alt-R, и прописка на нулевом. В Object Mode отсоединяем Alt-P, Clear Parent, рубах вот эту, ну, плащ. И привяжем он, давайте сейчас еще посмотрим, как он выглядит без плаща. Так, H, скрываем осла. Так, выбираем плащ, тоже H. Ну, видите,
Прикольно еще ремней ему накидать, и будет нехилый такой, значит, ферст. Alt-H, возвращаем все на место и отвязываем. Так, вот это что у нас такое? Alt-P, Clear Parent, и привязываем ее. Мы выбираем плащ, выбираем кости, делаем Ctrl-P, White Empty Group. Выбираем плащ и заходим в Data Transfer. Нажимаем на нашего персонажа и подключаем Vertex Group. Файл Apply. Ну, вот теперь видите, ничего не вылазит. Нормально. Так, единственное, что еще мне не нравится, это ключицы. Давайте их все удалим. Переключимся на первый кадр. Сделаем, значит, G расслабленность. Эту ключицу чуть-чуть на персонажа. И эту тоже чуть-чуть на персонажа. Их прописываем и английское. Делаем Shift-D. Ставим на конечный кадр. И выбираем какой-нибудь кадр. И можно их, допустим, где-то припустить, где-то приподнять. Если на подъеме, на скачке, то приподнимаем. Если, допустим, на опуске, вот здесь вот можно их там на расслабуху сделать. Так, и что еще мне не нравится? Не нравится, что у него скованность, значит, тут вот в этой шее. Значит, это все дело удаляем, шею, и ставим на 15 кадр. Допустим, вот так вот. На расслабуху. А, и прописка. Тогда вот этой и вот этой косточке нужно вот это... Так, на каком кадре она была? На 16-м, да? Тогда на первом слишком большая амплитуда. Нужно первый переписать тоже. Так, и прописка, Shift-D на конечный дубликат. 15-й. Что у нас тут? Ну, нормально. Можно еще глаза ему закрыть, как будто спит. Еще глаза ему, кстати, нужно ставить. Так, ну вот такая, значит, анимация. Вот так бы выглядел ферст, если бы он был зайцем. Ну, такая штука. Ну и тут еще вопрос. Если делать им анимацию, возможно, осла не надо, а пусть они передвигаются как животные, правильно? Там на четырех как будто раз они побежали с Мастерсоном сами до Мортона. А Мортон будет, кстати, если он фермер, я вот не знаю, кем бы его сделать. Ну, предлагайте, пишите под роликом, Мортон, кто будет? Бык. А нападет на него тогда волк, правильно? Тоже, как бы, вариант. Ну, вот на этом все. Всем пока, до свидания.